Та-т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 а
Да, дороги в Молдавии отличные. Если вы собираетесь путешествовать по Молдавии, то ездить здесь одно удовольствие. То есть перемещаться по Молдавии нет никаких проблем. Дороги есть хорошие, есть очень хорошие. Вот здесь сейчас идет ремонт, там дальше сделано такое полотно вообще. Вот здесь мы попали, такие вот ремонтные работы. Там какой-то компатрон с этим на заправку. Ну все, все. $17.69. Ух ты. 17.40. Да, конечно. Вот такая заправка в Молдавии. Вот там. Только что проехали какой-то. Да, ну и тут дальше начинается зеленый. Действительно так выглядит. Молдова. Ну, в основном, из общего впечатления, что нужно отметить, ну, да, красиво, но такое общее впечатление складывается, что, ну, да, многие вещи здесь как-то выглядят, ну, скажем так, не очень новыми. Вот здесь какой-то храм. Очень много церквей, монастырей вообще, да, православных храмов. Какой-то здесь магазин. Давай, давай. Жара здесь неимоверная. Ландшафт здесь вообще в Молдове неровный. Постоянно какие-то подъемы, горки.
главное, что очень хорошие дороги. Молдавия, красивая такая стена из тополей, и во всей Молдавии везде поля подсолнечные. Так, мы держим путь на Дрокию. Солярка Молдавии стоит 17 лей 40 бан, по-моему. Бан — это копейки. Это валюта Молдавии. То есть баны — это копейки. И лей. Лей бан. Копейки баноты называются. Солярка стоит 17.40. А доллар сейчас вот на 3 августа 2014 года доллар стоит 13.80. Нет. 13 лей 80 копеек. 12. 13 лей 80 копеек. То есть приблизительно получается солярка где-то стоит 13.80 и 3. Ну, где-то приблизительно доллар 30 центов за литр. Здесь снова не замечательно. Подсолнечник. Ландшафты, да, средней полосы. То есть каких-то особенных таких достопримечательностей здесь нету. Те же приблизительно, да, те же растения средней полосы. Да, нету каких-то больших предприятий. В общем, в основном такая вот сельская местность. Удивительный случай. Да, встретили одну яму. За все путешествие, сколько мы уже проехали, только один раз вот, действительно более-менее какая-то была ямка на дороге, но это исключение для Молдавии. Много очень вот этих скважин. Вот так интересно, вдоль дороги. Да, постоянно проезжаем какие-то скважины, колодцы. Сколько арбуз? А сколько? По 5? Удивительное дело, что поражает
Молдавия – это цены. Здесь все дорогущее. Если у нас в Украине намного холоднее, но у нас арбузы стоят где-то 3 гривны, а гривна к лею соотносится почти 1:1. То вот в Молдавии мы сейчас продаются арбузы. Вроде бы жарко, вроде бы должны быть дешевые, они здесь стоят 5 лей за килограмм. То есть реально это дорого. Везде вдоль дороги есть такие. А? Есть такие. Такие вот какие-то сооружения. Даже не понимаю назначение этих сооружений. Мы сейчас подойдем поближе, посмотрим. Какой-то написано по-молдавски. То есть реально мы что-то здесь можем понять. Ага. Здесь какая-то остановка. И вот такой колодец. Ух ты, тут и глубина. Вау. Что это? Там птички живут. Вот такая красивая религиозная остановочка. Баксани, как это называется. Здесь видим икону. Не знаю, что она означает, может быть, здесь тоже есть какой-то монастырь или что-то в этом роде. Да, скорее всего, здесь тоже какая-то икона. Карта Молдовы. Мы ездим по этой карте. Ну, Молдавия, как в любой стране, в какую страну бы ни приехали, есть какие-то свои особенности, колорит. Вот, например, мне вот такой интересный вот момент. Например, вот посмотрим вот здесь. Это, например, вот так выглядят доллары, например. Это, скажем так, закроем окно, чтобы не улетели. Вот. Теперь посмотрим, вот так выглядят где. Вот евро. Вот такие бумажки. Так. Здесь посмотрим еще. Вот у нас есть у нас. Это, например, гривна. Тоже. Да, тоже из этой эпопеи. Это 20 гривен, это 50 гривен. Вот. А здесь у нас молдавские деньги. В Молдавии это лей. Вот, они какие-то. Ну, первое, что поражает, ну, они такие маленькие, малюсенькие. Из всей, да, из всей этих это самые такие мелкие, такие бумажечки. Не подойдет, вот эти зеленые можно есть где-то. Да, они такие интересные. Такие в Молдавии денежки. Да, это мы в дроке сейчас въезжаем. Вот везде при въезде в город, в города вот в Молдавии стоят вот такие знаки ну, въезда. Они, так скажем, все почему-то давно покрашены. Ну, или даже сказать, очень давно покрашены. Такой своеобразный колорит, который встречается везде. Дорожных знаков в Молдавии очень мало. Если взять, да, если взять, заезжаем в Европу, то первое, что происходит, бесконечное количество разного рода указателей и знаков. Здесь их очень мало. Очень редко. Which
очень много «Жигулей». Так, это мы сделали приобретение, молдавское пиво, называется Кишинау, Кишинёв, в общем, или Кишинёв, или Кишинёвское, пишет Блонда, это, наверное, светлое. И минеральная вода. Да, и минеральная вода. За две покупки, за пиво и за минеральную воду, мы заплатили 17,50. 17,50 это сколько? $1.5. Вода и пиво. Сейчас будем пробовать это кишинёвское пиво. Да. Так, что-то мы пропустили. Так, здесь мы едем дальше в направлении Решкана. Решкана. А, здесь не ничего. Теперь остановочки. На остановочке всегда такие новенькие. Это Дроки. Вот это первый город маленький, да? Да, маленький городок. Вот там видим. Такая красивая какая-то сейчас будет церковь. Вот такой очень красивый храм. По кольцу и прямо. У нас прямо, постоянно прямо, то есть у нас... Да, тут столько дорог, что я... На кольцо и дальше прямо. У нас таких нет. У нас немножко по-другому. Так, такой не очень новый домик, ну давайте поснимаем его. Какой-то... Небольшой такой городочек. Вот сейчас мы поснимаем Пегас. Пегас. Здесь продукты, вот это я встречаю название вообще просто на русском языке. Ну, в основном можно сказать, что да, мы прямо, мы сегодня воскресенье, это вторая свадьба, которую мы уже встречаем. У нас на пути, да, вот такая красивая аллейка, ну, в таком молдавском колорите. Что? Не, ну тут поснимаю. Торговый центр, что это Стелла Нордулуи, не знаю. Что ты? Давай, давай, эй, эй, дальше. Лёва. Здесь мы, наверное, сделали где-то неправильный поворот. И пришлось нам проехаться по самому городу. Видим какого-то знака, указателя или где-то спросим, потому что... Мы в Дроки? Да. Мы уже...
Нам, наверное, надо назад разворачиваться вот здесь. Ну где, спасибо, надо остановиться. Вот остановимся. А вот Ришканы, все правильно. И налево, да. Можно здесь. Ну вот, Ришканы 18. Заехали так красиво. Ну что, мы приезжаем. А, ну вот, да, вот переезд. Ехали? Да, переезд приезжали. Смешные, в каждой стране по-своему рисуют дорожные знаки. Вот в Молдавии такие смешные червячки нарисованы на переходах. Обычно рисуют, что человечек переходит через дорогу, а здесь нарисовано, что человечек заходит на середину перехода, становится лицом к автомобилю, расставляет ноги и вот так стоит. Ну вот сейчас посмотрим. Да, вот знак. Сейчас, вот он. Ну чуть... Вот такой человек, он стоит на середине перехода. Такая красивая архитектура. Много из, тут из песчаника. Да, из песчаника множество сделано разных заборов, сооружений. Вот какие красивые клёны. В Молдавии очень много акаций. Есть целые акациевые леса. Пчелы выращивают? Пчелы едят на акации? Да, мед. Ну, акация вообще характерна для жарких климатов. Вот, мы уже... Монастыря святого пророка Илии. Вот мы подъезжаем. Монастырю в Никарене. Монастырю святого пророка Илии. Вот здесь на повороте стоит вот такой вот крест. И вон там далеко, далеко видно вот сам монастырь. Раньше этой дороги не было, потом сделали ремонт дороги. Здесь во времена осенью или весной, когда идут дожди, тут невозможно было проехать. Поэтому была сделана такая вот очень хорошая дорога. Вот там, вот здесь. Вот. Здесь видно, это монастырь. Находится в таком красивом месте. Солнечный. Что там? Да что там камень? Камень. И вот мы приближаемся к монастырю Никарени в Молдове. Видео заканчивается. Давай быстрее. Быстрее, быстрее. Газ, газ, газ. Не успеем. Осталось 20 секунд. Церковное кладбище.